Привет, мои лапочки, лапушки, лапушки. Сегодня у меня такой образ холодный, холодный. Решила подстать своим волосам, надеть линзы и губы сделать такие холодные. Ну, что-то мне захотелось сегодня быть холодной. Получила две посылочки. Маленькие два пакетика. Я знаю, что там внутри, там маски. Маски для лица. Хотела показать вам. С этим цветом волос я вообще такая другая, не могу привыкнуть. Муж вчера увидел, вечером пришел домой, он так смотрит на меня. А я говорю, тебе не нравится? Он так, нормально. Я говорю, ладно, ладно, это так не останется. Я говорю, я уберу это. А сколько времени будет этот цвет? Я говорю, ну где-то через пару недель уйдет. Он нормально. Ну, видно было, конечно, что недовольно, не понравилось ему. Так, маски для лица, кстати. Подарков нет. Так, что я тут взяла на этот раз? Вот эту детскую взяла, она у меня была уже. Baby Skin. Детская кожа. Мне она понравилась. Это тоже была у меня на основе черники. Это две черники я взяла, видимо. И одну алоэ вера взяла, но почему-то она по размеру отличается от этих. Интересно. Это 30 грамм. Это тоже 30 грамм, просто пакетики отличаются. Так, теперь от другого продавца посмотрим. У меня еще в пути едут маски. Это не все. Потому что я ими часто пользуюсь. Они у меня быстро заканчиваются. Прям как-то замуровал. Так, у этого продавца я не брала раньше маски. Эти я первый раз взяла. Взяла, что я взяла? Одну чернику на пробу взяла. Ну, вы знаете, мне кажется, они все одинаковые почти. Гранату две штуки взяла. Почему не фокусируешься? Ладно, хватит так. Оливки. Оказывается, я у этого продавца тоже взяла алоэ вера. Видите, они одинаковые. Так что не имеет значения, в каком магазине брать. Шло одинаковое. И это медовое. Мне что нравится, они маленькие, такие компактные. Вот эти прям огромные, они у меня много места в шкафу занимают. Но посмотрим, они маленькие, компактные, это хорошо, но если здесь внутри столько же жидкости, сколько в тех больших. Может, вечером испробую одну из них. А сейчас я пойду завтракать. Сейчас у нас 2 часа дня. Я проснулась буквально час назад. Вот такая я, Соня. Ну, я и ложусь спать в последнее время очень поздно, потому что монтирую видео ночью. Фокусируйся, пожалуйста. Или это мне кажется, что без фокуса? Я ночью монтирую видео, потому что ночью у меня интернет-скорость чуть получше. Так как мне теперь приходится это все монтировать на отдельной программе, а не в самом YouTube, очень много времени у меня на это уходит. Вот так вот.
Ну все, масочку опробую, вот эту маленькую скажу, как понравилось ли. Ну, и, в принципе, я думаю, что мне понравится, потому что я сколько масок заказывала с Алиэкспресс, ни с одной у меня никаких проблем не было. Вот. Ну все, какие у меня мешки под глазами. Все, закрываюсь. Спасибо за внимание. Пока. Вот с пакетиками, с мусором. Девочки, а кто помнит рецепт соуса на завтрак? Свекровь моя готовила. Вот, я тоже решила приготовить. Пошла сегодня на рынок. Со свекровью мы ходили и купила помидорки, баклажанчики. Вот, все у меня уже готово. Осталось только по баночкам разлить. Приготовила я его буквально за час. Готовится быстро, но... Я вот особо не заморачивала, чтобы все прям мелко-мелко-мелко было. Видите, у меня попадаются такие крупные кусочки. Но это не страшно, на вкус это не влияет. Все, закрываю баночки. Рецепт этого соуса у меня есть на канале. Ссылочку оставлю, если не забуду. Привет, мои хорошие. У меня утро. Где-то 11 часов. Сейчас я буду делать яичницу. Кто-то у меня из девочек спрашивал про колбасу, которую я покупаю в Биме. Сейчас покажу. Я покупаю именно вот эту, именно куриную. Сейчас, чтобы этикеточка. Так, секундочку. Она закрутилась. Вот она. Вот колбаска, которую я покупаю. Там бывает мясная и куриная, но я люблю куриную. Из этой колбасы я готовлю яичницу. Сливочное масло растопить. Вот сейчас у меня топится сливочное масло. Растопить сливочное масло. Закинуть колбаску. Буквально секунд 20-30 прожарить. Перевернуть. Опять секунд 20-30 прожарить и залить яйцом. Все. Очень бывает вкусно, но я это делаю только на сливочном масле. На растительном мне это не вкусно. Все, закрываю, а то муж ждет завтра. Вот такая вот яичница у нас получается. Да, кстати, я знаю, колбаса вредная, состав надо смотреть и т.д. и т.п. Ну, вообще, знаете, жить вообще вредно. Поэтому я как-то на это, об этом... Не заморачиваюсь. Привет, мои хорошие. Мы с семьей, со свекрами, со свекровью, с мужем пришли в фотоателье. Свекрови и свекру нужно сделать фото и поменять кимлик. Кимлик – это местное удостоверение личности, типа паспорта. Вот такое вот место. Папа сидит, ждет. Сейчас я переверну камеру лучше. Так, здесь везде портреты, альбомы, которые можно приобрести, фоторамки. Мама там внутри. Очень красивые фотографии, свадебные в основном. Сейчас будет папа фотографироваться. Семейное фото.
Итак, в течение часа мы сделали фотографии свекрови и свекру. Сходили, ну я не знаю, как называется, как на русский переводить, в какое-то учреждение. И поменяли их кимлики. Кимлик — это турецкие паспорта. На все ушло у нас час, представляете? Сделать фотографии и поменять два кимлика. Баба! Бисбурдаис! Вот так вот. Все легко и просто. Мы зашли в магазин, сеть магазинов Тува. Здесь сухофрукты, чай, кофе, все, что хочешь, сладости. Пока мама там что-то покупала, я заказала кофе. Сейчас нам приготовят два кофе. А кофе здесь подают бесплатно любому желающему. Это новый магазин у нас здесь на районе Хатай. Он буквально несколько месяцев всего лишь работает. Даже, может быть, всего лишь месяц работает. Ну, все, мои хорошие, моя прогулка со свекровью и свекром закончилась. Я только поднимаюсь домой. Выглядела я сегодня вот так. Такие балеточки, штанишки с лампасами, пиджачок. С Алиэкспресс на мне сегодня только сумочка и очки были. Кстати, это пиджак, о котором я говорила, недавно приобрела с розовыми брючками. Но даже здесь я нашла, что нужно переделать. Все, закрываю щеку.